Отец Дмитрий, я вас приветствую. Расскажите, пожалуйста, чем именно верующим помешали те люди, которые отмечали праздник Серебряного дождя? Помешали, конечно, не люди. Мы даже не знали, что Серебряный дождь празднует День независимости Соединенных Штатов. А помешал звук, который превышал 120 дБ. И невозможно было даже совершать службу. Поэтому ее пришлось прервать. И мы, так сказать, обратились к ним, чтобы они снизили звук. Вот. Сначала они делали вид, что они нас не понимают. Но сказали, что мы не уйдем, пока звук не будет приемлемым. Сейчас вот звук он тоже есть, мы его слышим. Но все-таки это не так. А то невозможно было ни говорить, ни петь, ничего. Это был страшный такой рев. Поэтому это просто... Ну, и Санпин, если бы можно было замерить, вмешался. Это сверхчеловеческих возможностей слышать. Это, тем более, с нами никак не согласовывали. А сам этот их концерт находился в километре от храма. Представьте себе мощь звука. Это просто как будто стоишь рядом с реактивным самолетом. Простите, что я вас перебиваю. Простите, что я вас перебиваю. Я вынуждена это сделать. Скажите, пожалуйста, а какая служба в этот момент шла в храме? Пожалуйста. Воскресная служба. Завтра воскресенье. Вы слыхали? Ну, конечно, безусловно. Но вот когда вы подошли непосредственно к тем, кто отмечал праздник, какой диалог между вами состоялся? Что сказали вы и что вы услышали в ответ? И с такой момент вы наблюдаете за тем, как это сейчас подается в интернете, какие стороны что высказывают? Сейчас есть такая версия, что чуть ли не нападение на верующих произошло. Что вы можете сказать об этом? Ну, я же на службе, я ничего... Нет, нет, нет. Верующие абсолютно все в порядке. Это никаких нападений. Все вообще. К охране никаких претензий вообще никому. Ну, какой-то там продюсер прибежал и сказал, что он сейчас будет куда-то звонить и нам покажут. Но мы в своем праве, это мы в этом парке служим уже 25 лет, и никто тут, даже нас милиция всегда охраняет на Пасху, там, на Благовещение, на Богоявление. Всегда все каретно. Многие, там, сотни людей на автомобилях приезжают, тишина, покой. А тут, ну уж очень сильный звук. Можете себе представить, за километр перекрыли богослужение. Когда на Казантипе устраивают рок-концерты, ну, никому же не мешает. Или вот сейчас в Тверской области. Да на здоровье. Но уж тут уж слишком близко и слишком громко. А так все очень корректно, все довольны. Шли, улыбались. Очень. Ну, в общем, все довольно очень мило. Мне эта акция очень понравилась. Вот. Еще разрешите такой вопрос вам задать. Буквально сейчас в интернете прочитала. Пользователи интернета интересуются. Но ведь рядом с храмом строится и стадион «Динамо». Не мешает ли вам вот такое соседство? Никогда, никогда ничего. У нас была пивная на углу храма. Вот. Но она нам мешала. Но мы 2 года бились и убрали. А так ничего, стадион никаким образом никогда не мешал. Там все, что происходит, все тихо, локально, не знаю. Здесь просто за счет вот этой мощности звука. И более того, мы когда подошли, мы даже не могли объяснить, что нам надо из-за этого рева. Нам пришлось подняться на сцену и уже там не дали даже допеть тем, кто исполняли последний номер. Ну, вынуждены были, потому что иначе ничего не получалось. Никакого общения в таком кромешном звуке. Ваша позиция нам понятна. Спасибо, что согласились поделиться ей. На прямой связи со студией был настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов.